Жители Коми делятся своими новостями в сети, публикуют фотографии и видеозаписи, где открытиями необычными делятся, а где находками досадными. Об этом мы узнали из соцсетей. О чем еще в эти дни говорит вся республика, знает моя коллега Виктория Денисова. Пляжная пора только-только начинает набирать свои обороты, однако сыктывкарцы все же за пару жарких дней успели отдохнуть у реки. Вот только прибраться за собой впоследствии не удосужились. В нашу редакцию видео прислал местный житель. Это наш сыктывкарский пляж. Такая чистота. Кругом мусор, бутылки пустые. На кадрах пакеты, бутылки. Приезжали, говорит, в субботу, чисто было. Вернулись в воскресенье, кругом мусор. Казалось бы, разница один день, а какие перемены. Страшно представить, каким будет пляж к закрытию купального сезона. В перечень самых зловещих мест России попал город Искоми. Сервис бронирования жилья на основе отзывов туристов составил свой топ-12. В нем 9-ю строчку заняла Воркута, а все благодаря своей необычайной атмосфере. Как отмечено, это место самое то для фотосессии в готическом стиле. Впрочем, необычные кадры можно снять и в других населенных пунктах Коми. Где бы вы думали, находится самый длинный дом в республике? Ответ – в Троицко-Печорске. Блогер Генрих Немчинов поведал о нем. Смотрите, вот это Южная 6, дом начинается вот отсюда и продолжается до туда. Такие вот длинные дома – своего рода визитная карточка СССР. В прошлом веке гигантов строили повсюду, место экономили. В Троицко-Печорском рекордсмене 52 подъезда и 648 квартир. Ну а мы ждем ваших сообщений в группе телеканала «Юрган» ВКонтакте, чтобы поделиться ими со всей республикой.